Thanks. Я дрожу за свою шкуру, меня тоже тошнит от запаха крови, но кто-то же должен быть героем. Это не политика, это драка за свою душу со своим страхом. Если чума притворяется миром, эта кровь больна. Это вирус, это вирус. Желудки дрожат, только мне было хуже. И давай Достоевским размахивать дружно. Но что страшнее, простой вопрос: одна или миллионы детских слез? И неживые адреса, пароли, пожрали, поспали, поиграли в героев. И опять на работу лизать начальство. Стабильность — это смерть или счастье? Только потом и не спрашивай, почему так и за что нам было страшно. Сидел дома, было страшно. Только потом и не спрашивай, почему так и за что нам был муж. Сидел дома. Свободе абсолютного нет в земной природе. Я о том, кем надо быть, чтобы не заметить чей-то хер в собственной жопе. Нас уже трахают, а мы философы за книгами прячем свою совесть. Да за книгами нам бы отсидеться от сердца. Зачем нам сердце? Стабильность? Смерть или счастье? Если страшно, только потом и не спрашивай, почему так и за что нам было страшно. Сидел дома, было страшно, только потом и не спрашивай, почему так и за что нам был муж. Так сидел дома.